Всем привет! Вы смотрите видеоверсию сайта военноедело.ком. В Турции испытали российские С-400. Как в пятницу заявил информированный источник газеты .ру, турецкие военные остались крайне довольны испытаниями российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». По информации источника, для испытаний российских систем турки задействовали два американских самолета F-16, один F-4 и вертолет. Сообщается, что авиатехника провела в воздухе около 8 часов. Перед экипажами летательных аппаратов была поставлена задача найти и попасть в слепую зону радиолокатора С-400. Несмотря на многочисленные попытки обойти систему ПВО, турецким пилотам этого сделать так и не удалось, причем ни разу. Система постоянно обнаруживала цель и производила по ней условный электронный залп. Работоспособность и эффективность российской системы превзошла все ожидания турецких военных, однако остался один последний вопрос. «Триумф» по понятным причинам несовместим с общей системой НАТО. Специалисты утверждают, что интеграция, конечно же, возможна, однако она потребует совместной работы российских и натовских инженеров, что в свете настоящих отношений России и Альянса представляется просто утопией. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военноедело.ком.